эксцентриссимо. Женщины не могут определиться, оскорбляет их или нет внимание мужчин. Голливудские красотки против харассмента. Европейские звезды не мыслят жизни без настойчивых или бестактных ухаживаний. Их предки пережили реальную охоту на ведьм, и теперь дамочки хотят спасти ведьмаков. Поднялись на защиту достойнейшей леди. Авторы откровенных романов, 88-летняя Катрин Роб-Грие и 69-летняя Катрин Милле, 74-летняя кинозвезда Катрин Дынёв, 79-летняя певица Ингрид Кавен. Когда Пенелопе Крус или Эмми Стоун исполнится столько же, посмотрим, что они будут говорить про приставание. Хотя мы и сейчас узнаем, что такое любовь, когда ей уж 80. Графиня Верена Дюпаске-Габель и совладелица автоконцерна BMW Сюзанна Клаттон нам расскажут, как их завоевал настоящий Джеймс Бонд. Романтика, страсть, шикарные номера в гостиницах за счет дам. А потом шантаж, ведь все утехи Бонд тайно снимал на видео, он же не может без камеры. Заработал на пожилых любовницах 240 миллионов. Сел на 6 лет, правда, но до этого успел красиво прожить почти все деньги. Эксцентриссимо.